Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbas Games. С вами NeoZar. Мы продолжаем играть в DS-ку, часть 2. Всем приятного просмотра и погнали. Что же, мы снова с вами в лесу падших гигантов. Или каких тут гигантов непонятных. Вломили мы в предыдущей серии одному гиганту Юлей. И давайте посмотрим, что у нас здесь осталось. Здесь у нас остались некоторые закрытые двери. Мы с вами взяли ключик. Кстати, как вот, блин, напишите в коммент, кто-нибудь когда-нибудь вот к этим ящерицам ходил? Я туда упал, там, ну, конечно, я там Юлей получил. Я не знаю, как вот эти вот ящерицы вообще убивать. Как их убивать? Там вообще там жесть творится, там просто ад, когда вон туда падаешь, там просто творится ад. Там все пылает, там все жжется, там все хреново. Блять, откуда ты, сука, здесь нарисовался, да? Кобздох, блять. Видишь, я с людьми говорю, блять, у людей совет спрашиваю, этот, блять, еще пришел сюда, блин, их шалав, блять. Шалав ты, шалав, блин. Так, шалав ты полный кефалин. Dark Souls Neo приходил. Пиндюжники вставали. Откроем, да, солдатский ключ. Хопочки, открылся. Открылся у нас здесь еще один проходик такой. Интересно, давайте посмотрим, что... Что у нас за здесь, твою ж дивизию, блядь. Я тебя услышал, блядь, хрюндель, блядь. Я тебя понял, что ты идешь. Так, надеюсь, здесь никакой ловушки не будет. Нет, какой-то ништячок. Так, кольцо восстановления. Что это за кольцо восстановления такое? Так, давайте посмотрим. Так, кольцо восстановления. Постепенно восстанавливается здоровье. Но это говно. Это говно. Еще говно, говнее этого кольца я не видел. Оно там выставляет, я не знаю, там по миллиметру, мне кажется. Ну, в принципе, вот это вот кольцо, которое я взял, оно тоже говно. Кстати, можно было, я ошибся, чуть вам сказал. Все-таки нужно было окаменело взять. Видите, у меня два кольца. Увеличит это максимальное кольцо жизни, блядь. Два кольца. Все-таки нужно было окаменело взять. Может, что-нибудь хоть получили. Какую-нибудь, правда, там, титанит, хуит, блядь, или еще что-нибудь такое, блядь. Огромный пика. Ошибись. Я вот вижу, там не огромный пика, а огромный дятел стоит, блин. Вот это мне больше напрягает. Янтарная трава. Отлично. Кстати, написали в комментах, Святослав написал, что как бы вес у меня в доспехах, вот в этих вот, что переполняет, перекаты плохие. Вот, смотри, дружище, Святослав, я тебе показываю сет вот этот, про который я говорил, он средний сет. И достаточно нормальный перекат в нем. В принципе, перекат вообще ни о чем. Почему я говорю, что я помню, я в этом сете. Ну, я не в этом сете, я в сете, как на А называется, я проходил игру. В этом сете нет. Так, ну а ты кто? Сете третий, что ли, блядь, здесь стоишь? Иди сюда. Говнарик. Воу! Воу, вот этот удар! Давай с тобой! Сразимся! Ха-ха! Хули ты там встал-то, а? Че, так и будешь ли там стоять, а? Вафель, блядь. Нихуя ты, блядь. Да, вот это вот такого не ожидал, блядь. Поворота событий, блядь. Да, такого он не ожидал, блядь. Что в торец-то получил. В торец и в попец, блядь. Блядь. Жизнь у нее просто жесть, но он... Я могу сказать, он, конечно, блядь, ни о чем этот. Вот этот хер, блядь. Но пропускать ударчики тоже как бы неохота. Вообще, зачем я сюда пошел? Вообще, мне нужно сюда идти. Я не знаю, в этой локации что-то осталось еще? Или здесь нихера ничего не осталось? Так, а почему сейчас бэкстебушку не прошел? Бэкстебушку хотел бы. Хотелось бы. Очень хотелось бы. Я помню, где-то в какой-то локации здесь будет один этот, блядь, как, блядь, как погонщик, я уже не помню, как называется, короче, блядь, его этот, блядь, таскает, блядь, птички, блядь. Вот. И где-то в какой-то локации этот, эта свинья будет, блядь. Так, опять бэкстебушка не прошла, это плохо. Ну ладно, вроде дамаг проходит, вот видите, как длинный меч работает, то есть на дистанции он хорошо, но минусы длинного меча в том, что как бы в закрытых пространствах он бывает попадает по стенкам. Вот это как бы не очень-то и есть айс. Так, ну-ка. Ну-ка, стой, блядь, говнарь, блядь. Ну дайте один раз, попец-то еще раз заедут. Ну один разочек, да? Все, сдох, блядь. Сдох картавый. Ха-ха. Так, ну и что здесь у нас? Предъявить символ короля, блядь. Вы не охуели, блядь, символ короля вам предъявить? Где мне его, блядь? Выкакать, что ли, блядь? Нет у меня никакого символа короля.
Я думаю, что в этой локации еще какие-то двери можно открыть. У нас здесь оставались двери, которые закрыты. Где-то нам нужно их здесь поискать. Вот только где? Где? А, помню, где еще была дверь. Сейчас мы туда сходим. Помню. Где-то на краю света. Так, а что здесь у нас как-то все закрыто, что ли, в обход опять идти? Ну, конечно, герои идут в обход. По-моему, это дверь. В конце, что ли, игрушки нужно будет сюда подойти, предъявить вот этот вот вонючий символ, и ты куда-то пройдешь, не помню уже. Ладно, сейчас разберемся. Но мне, в принципе, я знаю, куда мне дальше как бы прыгать нужно. В какую локацию мне дальше идти. Я туда уже как бы забегал в первой серии. Вот туда нам дальше мне нужно идти. Хули сидишь-то, блядь, вафел? Огненная бомба, это хорошо. Так, вот здесь я ништячок брал. Помню. Где-то здесь была закрытая дверь, где там две вафли эти стояли. Вот где она, блин, была? Ага, вот она вот здесь вот она была. Ёб твою мать. Вы чё, блядь, охуели, блядь? Ребятишки, блядь. Вы чё, блин, охуеть. Нет, давай, это не будем торопиться, блядь. Эти, блядь, парни, блядь, они могут, блядь, дохло заебать, блядь. Так, ладно, одному картовому пришел конец. Сука, ты чё, охуел, что ли, совсем? У меня щит, блядь, стоит, блядь. Ты видишь, блядь, кожаный щит, на хороший кожаный щит, блядь. Вообще охуел, блядь, макаки, блядь. Да, заебись, блядь. Думал, сейчас я пиздюлей получу, блядь. Не, не получил. Чё-то как-то жизнь чуть-чуть прокачиваешь, блядь. И ясно, что уже не стает хватать. Так, вот, смотрите, вот эта дверь, про которую я говорил. Мне кажется, она открывается этим, блядь, ключом. Да, солдатский ключ. Хорошо, видишь? Хорошо мы с тобой все. Ой, ты кто, блядь? Хуя ты, блядь. Блядь, это чудило, блядь. Какая-то, блядь. Да, смотрите, ребят, я все время как бы Dark Souls сравнивал. Если ты убиваешь моба, знаете, в каком режиме? То есть, если у вас хватает выносливости убить моба, то вы как бы прокачали хорошо выносливость свою. Выносливость, я напомню, для новичков, это зеленая вот эта вот штуковина, которая там идет за жизнью, которая внизу жизни. Если вы убиваете любого моба с одного как бы, ну, тыка, значит, выносливости у вас пока что хватает. Ну, выносливости в этой игре никогда много не бывает, это я вам могу так сказать. Так, где это мы? Где это я? Где это мы? Где это что? О, блядь, еще один тут дурасыч, блядь, стоит. Там, конечно, сейчас будет огненный вонючий свои бомбы бросать, да? Пока я здесь сейчас, блядь, бьюсь, как я не знаю кто, блядь. Там вот этот вот скотобразин будет, блядь, что-то там бросать. Нет, смотри, не успел там бросить, а это лучник, блядь. Слышь, давай не будем, да? Слышь, хорош, да? Так, что здесь у нас? Да, и вот тут я, душа безымянный салат, смысл жизни. И вот тут, мне кажется, что сейчас этот будет этот как раз и босс, этот говнобосс, блядь, дайте хоть одним глазочком взгляну. Я помню арену, да. Сейчас сюда этого босса принесут. Я не знаю, по-моему, я не здесь, что ли, с ним дрался, или здесь я с ним дрался, блядь, хер поймешь. Не помню я уже, где я с ним дрался. Вот, его нужно парировать. Его нужно парировать. И это как бы проходняк. Но я не помню, как я его убивал. Так, парирование работает? Да, работает. Как-то работает, блядь. Не знаю, как работает, но как-то работает. Так, мне нужно самоцвет, наверное, сожрать. Так, давайте. Чё-то, почему у меня, блядь, все время сбрасывает самоцвет, блядь? Вот, самоцвет, блядь, давай. Давай пожрём с тобой самоцвет. Не знаю, ребят, получится, не получится убить его. Такой, блин, босс, я не знаю, он нужен, ну, его вообще когда-либо убивать, ну, я не знаю. И убивал ли на этой площадке или не убивал, ну, сейчас посмотрим, в принципе, пошли. Если, короче, не будет получаться, я с ним долго заморачиваться не буду. Там уж такое, блядь, говнарище тот, знаете, как пойдет, блядь. Это, знаете, кто вот любит парировать, кто придрочился до парирования. Вот, я особо никогда не парировал, потому что не играл такими быстрыми персонажами, где именно все в парирование упиралось. Поэтому для меня он как бы может оказаться сложным. Посмотрим, блядь. Кабздых, блядь.
Давай, кап, сдох. Вот, видите, я его сейчас запарил. Загибись, бля. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Тоже парирование прошло. Спокойно, 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 дядя, дядя, дядя. А вот это вот здесь вот парировать не надо было, блин. Проклятие. Да ты охуел совсем, блядь, твое проклятие, блядь. Жопу себе засунь, свое проклятие, блядь. Да хуй тебе, блядь. Отпарировал, блядь. Да, блядь. Вот, видите, блядь, два удара отпарировал, а потом хер, блядь, ты отпарировал, блядь. Ну, такой он, знаете, блядь, говноед, блин. Вот свои эти проклятия накладывает. Короче, все там парирует. Я не помню, как его отбегать, короче, вот эти вот, я наверное, показал, видите, я его парирую. То есть он вот так вот встает, и вот таким макаром его нужно бить, 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 блядь. Да, седины яиц, блин. Ну, не знаю, мне не очень нравится этот босс, и, по-моему, где-то его можно в других местах убивать, потому что вот эти вот птички его приносят, по-моему, где-то и в других местах его будут эти птицы приносить. Ну, не знаю, сейчас мы к нему еще раз, конечно, добежим, попробуем. Видите, еще что плохо, к этому боссу нужно бежать какое-то время, блин, что мне не очень-то, блядь, это и нравится, что к нему так далеко бегать. Обычно, как бы, боссы встают так, что ты выходишь и хопчик-хопчик, блядь. Ну, вот, видите, блядь, здесь эти, блядь, пидорасы эти стоят. Ну, конечно, они здесь, блядь, поставили специально, нахуй. Что когда ты к боссу бегаешь, блядь, чтобы ты, блядь, потерял, нахуй, жизнь, блядь. Это, сука, Dark Souls, блядь. И эти еще вот говнари, ну, давай, ты еще мне, блядь, блядь, иди нахуй, сука, блядь, пидорасы, блядь, пидорасы ебаные, блядь. Мудачье, блядь. Ну вот нахуя, блядь, сука, сделать этих боссов, блядь. Я ебал, короче, блядь. Ходят, блядь, наставили их своих, блядь, за потычками, блядь. Бим-бим-бим-бим-бим-бим, блядь. Сука, блядь, заспамит и все, блядь. Добивает, нахуй. Уебство, блядь. Пизда, блядь, и моим душам, и хуюшам, блядь. Ну ладно, сейчас, может, душ, ну, блядь. Ахуя душа, блядь, мне этот пидорас, блядь, дал пиздюлей, блядь. Вот я говорю, что мне он не нравится, блядь, блядь, с ним тыкаться, потому что вот это вот ебаное, блядь, что бегаешь через всю нахуй локацию, блядь, мне просто добивает, нахуй. Давай выбегай в пизду, блядь, хоба. Да, 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 в жопу себе заткнись, блядь, свою, блядь, копье, блядь. Он мне сейчас это говно будет, ведь до конца жизни за мной бежать, блядь. Говнари, блядь, иди в пизду, мне там жизни не было даже нихуя. Нахуй, ты тоже, блядь, иди соси, блядь. Отсоси хуйца, блядь. Да ты, сука, вообще, блядь, отсоси, нахуй, блядь, всю жизнь, чтоб ты сосал, блядь, пидорас, блядь, горбатый, блядь, хуй, блядь, преследователь вонючий, блядь, иди сюда, блядь, говно, блядь. Заебись, отпарировал, да? Охуительно вообще отпарировал. Просто, блядь, просто вещь, как отпарировал, блядь. Ты полечиться-то хоть дашь, блядь, говнарь, блядь. Так. Так, все, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, нахуй! Хуль ты катапульту разрушил, блядь. Она тебе что, мешала, что ли, блядь? Я мог тебе. Кстати, говорят, что можно как-то катапульты его убивать, этого говнаря, блядь. Я не знаю, ребят, катапульты никогда его не убивал. Я его как-то отпарировал, блядь, что-то как-то так его убивал. Да иди ты нахуй. Просто иди ты в пизду, а. Ну, видите, сейчас вот, сейчас нихуя парирование не прошло, бля. Да, сейчас я получил. Короче, не, я нахуй не буду с ним драться, блядь. Пошел он, блядь. В ебучее дупло, блядь. Пошел пизду, блядь. С ним бегать, нахуй, я больше нервов потеряю. Попозже я чуть к нему приду, попозже ему пиздюлей дам, если он здесь останется. Если в другом месте его найдем, блядь, этого преследователя, блядь, значит, в другом месте пизды дадим, блядь. Короче, не хочу я с ним драться, нахуй. Пошел, нахуй. Пидорас, блядь, горбатый, блядь. Поехали, Марджанчу в свою, блин. Не люблю я этого, блядь, пидораса, блин. Я говорю, что рассчитываю на то, что кто, знаете, вот кто именно парирован, кто быстрыми там героями, блин, какими-то там охотниками, не помню, как здесь класс называется, играет. Вот тому здесь вообще, блядь, по кайфу, вообще по кайфу. Они его парируют, хурируют, у них там свои какие-то пушки. Я не знаю, пушки на парирование какие лучше. Вот они его убивают там в три счета. У меня, бля, пушка на парированной нету, нихуя ничего нет. Значит, пошел ты и соси хуй, блядь. Просто нахуй иди, блядь, отсюда пизду, блядь. Пидарас, блядь. Гнойный, блядь. НЛО летающий, блин. Чтоб тебе хуёво стало, блядь.
Так, ладно, мы с вами идем вот в этом направлении, куда я в первой части побежал. Нам только сюда осталось. И в той части, по-моему, там еще где-то закрытая дверь была. Не знаю, там какой-то ништячок может и есть. Напишите в комментах, мы его пропустили что-то в этих, в лесу гигантов. По-моему, я там все подсобирал. Такое, ну, основное. Может быть, конечно, что-то пропустил, но, по-моему, все я подсобирал там. Больше-то мне там ничего-то особо-то и не надо. Давай. Здесь хоть что-то, блядь. Хоть какое-то, блин, это по продвижению, блядь. Ты сейчас с этим боссом просто застрянешь, блядь. Будешь с ним ковыряться, блядь, я не знаю, блядь, до седых мудей. Ну, я его убивал. Я когда проходил, я его убивал. Но я не помню точно, ребят, где я его убивал. Вот в том месте, где мы его сейчас нашли, или в другом месте я его убивал. Так, огненная башня Хейда. Вот эти вот рыцари, кстати, по-моему, они только в шкалере здесь сидят. Они раньше где-то в другом месте их видел. Так, я помню, что где-то здесь есть костер. Костер. Так, вижу я костер. Вот у нас костер. Да, ты-то, блядь, еще головешка. Кстати, вот на этих рыцарях очень можно хорошо прокачаться. Они долго убиваются. Давайте я посижу. Жопу свою. На лимоне чуть-чуть. Они долго убиваются, но прокачаться не может. Давайте попробуем сейчас, как будет у нас дамаг с ним проходить. Они не сложные, эти говнари, блядь. Просто уворачиваются от них. Уворачиваются. Чуть-чуть привыкнуть, и можно хорошо здесь прокачиваться, на самом деле. Они мать, ох ты, блядь. Ах ты, сука, блядь. Нахуй. Иди, убери нахуй свой ворот. Ты что, охуел, что совсем? Да ёб твою мать, добьёшь ты его в пизду. Вот, видите, 400 душник за них дадут. То есть достаточно хорошо можно прокачиваться. Вот здесь вот можно очень хорошо попрокачиваться. Даже я, может, я не знаю, может, я здесь займусь еще, чтобы уровень поднять, потому что я как бы себе-то нафармил на этот сет. Ну, блядь, и заебался фармить. Теперь у меня есть сет. И вот можно на этих рыцарях пофармить себе уровень. Блядь, забываю все время, что он, блядь, вот этот вот удар делает свой говёный, блядь. Ах ты, сука. Ах ты, блядь. Сука, это все равно, блядь, от петушу, блядь. Вот, видите, вот вы видите, как быстро идет. Уже 800 душ. И вот такие он макаром. А как вы хотели? Вот так вот Dark Souls, как говорит, чтобы вы себе хотите чуть облегчить жизнь, вот так вот и давайте качаться, типа качайтесь. Но как я тоже как бы в это верю, что чем больше у тебя уровень, тем враги становятся злее в Dark Souls. Я вот такое допускаю, потому что замечал. Блять, с маленьким уровнем придешь к боссу, блять, убиваешь, блять, быстрее, чем, блять, придешь на большом уровне, блять, заебешься убивать, блять. Так что хер еще, блин. Непонятно, блять, стоит ли, блять, вообще прокачивать уровень, блин. Вот доспехи-то можно взять, а вот стоит ли вообще прокачивать уровень себя так, его вот так вот таким вот методом? Это я не знаю, это я совет не дам. Напишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Я сейчас посмотрю вообще, сейчас потом этого Марджаджу, блядь, съездю. Пидорас, блядь. Бьет один раз. Тут еще где-то один говнарь ходит. А вот, смотрите, еще с этой, блядь, с кувалдой, блядь. Ну вот с головешкой, по-моему, он посильнее сейчас будет, блядь. Давайте сейчас посмотрим, что он, блядь. О, этот, блядь, это вообще, блядь, так тот еще, блядь. Пинь, блядь. Ай, блядь. Давай, где, блядь, выносливость, сука? Давай, пентюк, блядь. Он вообще, блядь, заспамил, блядь, вообще охуел, блядь. Охуел твоя башка, блядь. Иди нахуй, а. Выносливость, где ты, блядь? Надеюсь, сюда-то мне не долетит, блядь. Дай похиляться-то. О, блядь. Ну, а мне дашь стукнуть когда-нибудь? Камера, заебись. Ты сейчас мне что показал-то, блядь? Вот тоже 400 как бы падают. И они, видите, они здесь респаются. Вот у меня уже как бы 2000 душник на кону. И это хорошо. В принципе, сейчас давайте чуть здесь побегаем, блин. Посмотрим. Душа безменная солдат, человеческая фигурка. А, человеческая фигурка, это все хорошо. Так, здесь я помню, что здесь будет босс, блядь. Босс-абсос, блядь. Так, давайте я здесь еще залутаю чуть-чуть. Блядь, человечность пока не хочется как бы пить-то, блядь. Так, а ты здесь один? Гондурасыч. Да, по-моему, один.
блядь, пошел талисман Ллойда. Блядь, никогда не пользовался этим талисман Ллойдом. Даже не знаю, нахуя он нужен, это говно, блядь. А что ты так встал-то, блядь? Как будто ты боишься за свои, блядь, коки, блядь. Я тебе по кокам сейчас отсюда настучу, блядь. Да хуль ты, блядь, давай, блядь, выходи, блядь. О, блядь, вышел, блядь. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Я знаю, ты, блядь, мощный нахуй тип, блядь. Еще такой мощный, блядь. Так, хорош. Ах ты, блядь, ну все равно ты, сука, пропускай. Я один удар да пропускаю, блядь. Кончишься, а? Говно, блядь. О, блядь, видите? Давай, блядь, потянем, блядь. Тянем, потянем, тянем, потянем. И что у нас, блядь, потянулось? Что у нас такое, блядь? А, вон там, видите, что-то какое-то говно поднимается, блядь. Бук. Бубук. Там какое-то говно это, потянули, что-то там притянули. Так, на кону мне 2400 душ. У меня, в принципе, есть ресурс. Не, я сейчас не буду с ними драться совсем. Я ебал, блядь. И вот видите, сейчас здесь двое, блядь. Здесь можно, конечно, пробегать, блядь. Вот это вот с кувалды, блядь, вообще, блядь. О, тут трое даже, нахуй, стоят, блядь. Там, почему, нахуй, не 10 человек сразу поставили? Хер ли нет, да? Так, ну ладно, вот один говнарь, блядь, вроде согрелся. Давай, иди сюда. Давай, иди сюда, своей кочерюшкой, блядь. Хуй, блядь. Хуй Залупкин, блядь. Иди, давай. Блядь, ебанись, пожалуйста, это вниз, а. Как бы я был счастлив, если ты просто вниз ебанулся, а мне бы за тебя 4 сдушник дали бы. Я бы был просто несказанно счастлив, блядь. Нихуя у него дел день такой несет, блядь. Дел день, всем дел денем, дел день, блядь. Ах ты, сука. Ах ты, бледина. Бля, тут, блядь, бледина еще та, нахуй. Вон там, видите, там дракон сидит. Да, бледина еще та. Нужно мои душники возвращать, нахуй, прокачиваться. Прокачиваться. Сейчас мы быстренько за моими душниками сбегаем, блядь. Что-то мне, блядь, я просто так, что ли, здесь откачался-то, блядь. То есть никто не качался, а фармил, блядь, души, блядь, чтобы этим, блядь, пидорасам отдавать. Хуй вам, блядь. Хуй вам в сраку, блядь. Да, 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 отсоси, блядь. Так, отживление, блядь. Ну а что, может пробежать просто их, блядь, прорашить, посмотреть, что, блядь, 2400 у меня, блядь, есть. Посмотреть, где тут, блядь, этот босс, блядь. Хуй абсос, блядь. Так, где-то он здесь, блядь, где-то он здесь, я не помню просто, где он здесь, блядь. Ну где-то он здесь, как-то к нему можно, блядь, пробежать, к этому, блядь, боссу, блядь. Пизды ему дать, нахуй, и все, и, блядь, несказанно счастлив быть. А, вот здесь вот этот босс, блядь, сидит. По-моему, здесь вот этот вот хуй его охраняет, блядь. А если к нему сейчас лаз залететь, то он сразу будет. Давай, иди сюда, хуй. Ну, на кону мне 2400 душ, блядь, хуй с ним. Хуй с ним, блядь. Убью, не убью, блядь, хер его знает. Давай, пошли, блядь. В туман, блядь. Ах, туман, туман, драконий всадник, блядь. Опа. Попал, бля. Хуя, бля. Как так-то? Как так? Как ты мне попал-то, бля? Ух ты, бледина. Драконий жоповсадник получает пиздец. Я получаю чуть-чуть тоже. Давай вставай, а. Говно, бля. Не нужно от него отходить, блядь, далеко, блядь. А нужно держаться около этого толстого, блядь, пидораса поближе, блядь. Так, подожди, дай подхиляться, да? Дай подхиляться, блядь. Ну дай подхиляться, пидор, блядь. А, не. Блядь, вот ну хилка здесь, ну, блядь, ну через жопу работает. Ну, ребят, вы видите, блядь? Вы это видите, блядь? Я не могу подхиляться нормально, блядь. Давай, делай что-нибудь, а. Подхиляться дашь, пидор, блядь, ебаный, блядь. Да, блядь, хуй он мне дал, блядь. Пидорюга, блядь. Просто пидорюга, блядь. Ладно, давай с тобой танцевать, нахуй, будем тогда, блядь. Веселую ламбаду, блядь. Пидорас, блядь.
говно толстые, бля. Так, спокойно, 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 спокойно. Главное не спешить. Главное не спешить, не спешить, не спешить. У него души, да, это жизнь совсем чуть осталась. Блять, я не могу к нему в зад зайти, блять, нормально. Блять, аж геймпад вспотел, блять. Ай, ну-ну-ну, блять, пидорюга ебаный, блять, пидор, блять. Ладно, пизда тебе, нахуй. Я сейчас тебе просто разорву, нахуй. Я тебе в клочья сейчас порву, блять, сука, пидор ебаный, хуесос, блять. Пизда ему сейчас, ребят. Сейчас ему будет просто пизда. Я сейчас, блядь, на британский флаг порву, блядь, этого говнаря. Иди сюда, нахуй. Иди сюда, блядь, говно, блядь, собачье, блядь. Иди нахуй ты, блядь, каменная пизда, пидораса, блядь. Бля, как я зол, сука, на него, блядь. Ох, как я зол, блядь. Иди нахуй, сказал, блядь. Блядь, говно, блядь, тварь ебаная, блядь, сука, не дал, блядь, подлечиться даже, блядь, говно, блядь, сука. Вот спамщиков ненавижу, спамщиков. Это, блядь, самые пидорасы, нахуй, в игре, блядь. Эти спамщики, так, мне знаете, что нужно заюзать, блядь, эту косточку, блядь, вот эту человеческую хуйню, блядь, давай, блядь. Пизда тебе, сука, блядь. Блядь, можно его было убить, блядь, с первого раза, блядь, прям обидно, нахуй, блядь, вот реально обидно, блядь, потому что реально он с первого раза, блядь, этот говнарь толстый, блядь, убивается, нахуй. Блядь, пидорас, блядь, макака, блядь, ебаная, блядь. Сука, жирная тварь, блядь. Драконий всадник, блядь, говно ты, блядь, а не драконий всадник, блядь, мудоёб, блядь. Сука. Иди, сука, нахуй ты, блядь. Говно ёбаный, блядь. Где нахуй? Иди сюда, блядь, падла, блядь. Падль, блядь, падаль толстая, блядь. Блядь, ты-то охуел совсем, что ли? Ёбаный ты в рот, блядь. Сука, даже душ не дал взять. Блядь, гондон ёбаный, блядь. Понахуй я за этим душем погнался, блядь. Нужно просто было, блядь, пинать этого, блядь, блядь, пидораса, блядь. Сука, тебе в очко, наверное, драли, блядь, всем этим, блядь, царством, блядь. Что очко у тебя такое толстое стало, блядь. Говнарь ебаный, блядь. Пизду, блядь. Погнал за душами, вот в итоге, блядь, и не душ не получил. Человечность нахуй просрал, блядь. Да иди ты еще в манду, блядь, а. Блядь, пизду. Не, ну здесь место хорошее, ребят. Здесь на самом деле место хорошее, фармится. То есть видите сами, что по 400 душ, это достаточно хорошо падает, по 400 душ. Я здесь, наверное, уровень по фарму, сейчас я только этому, блядь, Борову, блядь, Толстому, блядь, Гондону, блядь, Голубому дам пиздюлей, блядь. И, наверное, блядь, буду где-нибудь потом пофармить какое-то количество, блядь, жизни здесь. Не с жизни, а уровень подниму себе. Да, блядь, соси. Соси, сука, хуй, блядь, пидор ты, блядь, с кувалдой, блядь. Гондон, ебаный, блядь. Сука, блядь, доебали уже, блядь, пидорасы, блядь. Долго ты будешь таким этим, ты? Непонятно, чем ты, блядь, страдать-то, блядь. Хуйнёй ты, блядь. Блядь, ну вот что это он делает, блядь? Тебе, блядь, что, блядь, сбодунище, что ли, нахуй? Ты, блядь, ноги, блядь, подкашиваются, блядь. Блядь, не нужно к нему отходить, это, отходить далеко от него, блядь. Потому что он начинает вот этой хуйнёй своей, блядь, бросать. Нужно близко к нему держаться. Да раз, блядь. Да раз, блядь. Дай подхиляться, а? Гондон, блядь. Вот чумной, блядь, пидор, блядь. Давай, 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 давай. Блядь, а тебя, толстую скотину, можно сбросить так с своего пьедестала почета-то, блядь? Блядь, мне очень бы хотелось бы на это посмотреть, чтобы ты тоже вниз улетел, блядь, как ты меня туда сорок сбросил, блядь, противный, блядь. Блядь, говно, блядь. Да хуй, а, блядь, ну дай подхиляться. Ну, ну ебаный ты в рот, блядь. Ну вот сделано, блядь, сука, в этой игре, блядь, мне бесит нахуй этой хилки, блядь. Сука, нахуя вы их сделал? Уберите, блядь, пизду, блядь, выкиньте эстус, нахуй. Вообще, блядь, пизду, если здесь эстусом нельзя пользоваться, блядь. Нахуя, блядь, нужен эстус, если он здесь его нельзя, блядь, использовать, блядь. Блядь, сука, ты, блядь, нажимаешь, блядь, подхилиться, блядь, пиздец, нахуй. Ты получаешь в это время пиздюлей, блядь. Нахуя нужна такая хилка, блядь, если ты получаешь, блядь, когда хилишься, пиздюлей, блядь. Блять, сука, блядь, прям, блядь, горит на. Иди нахуй, сказал, блядь, пидорас ебаный, блядь, ты меня, блядь, достал, нахуй. Говно ты, блядь, конское, блядь, пидоруга, блядь, ебасос, блядь, сука, нахуй, блядь, просто заспамню, нахуй, пидоры ебаным, блядь. Хуй ты-то еще, блядь, здесь ходишь, блядь, ты, блядь, ебло, блядь, сука, блядь.
Иди нахуй, блядь, падал, блядь. Ебасосина, блядь, сука, прям бесит, нахуй. Сделали, блядь, к этому, блядь, говну бегать через всю нахуй локацию, блядь. Говнари, блядь. Блядь, просто добивай. Сейчас я чувствую этого, блядь, говноборца или драконоборца этого, блядь, срань, блядь, это убьешь. Еще сейчас эти рыцари, блядь, станут белые, блядь. Заебись, оттуда хуй выйдешь, наверное, блядь, жопу сразу налимонит, блядь. Пошел в пизду, блядь. Пидорас, блядь. Горбатый, сука, блядь. Да нахуй, иди в пизду. Ты да охуел ты, блядь, ты совсем ты, блядь. Ты вы, блядь, совсем нахуй охуели, блядь, я смотрю, блядь. Ты смотри, что делается, блядь. Ты, блядь, пидор, ты будешь ходить, блядь, пизду нахуй, ебасосина, блядь. Блядь, я охуею, нахуй. Блядь, все нахуй. Я мне сейчас нахуй жестик, блядь. Ебану нахуй жестик, блядь. Пидорас, блядь. Как он меня, сука, блядь, добил, блядь, а? Блядь, мумудин, блядь. Ебучий, блядь. Тварь, блядь. Хуль ты выкинуть, блядь. Используй, блядь. Выкинуть, нахуй. Я тебя выкину сейчас, блядь. Пидорогу, блядь. Еще ебас, блядь. Мне прям, блядь, блядь, бомбит, блядь. Я не знаю как, блядь. Сейчас, блядь, улечу нахуй куда-нибудь, блядь. Давай, блядь, иди, подойди. Где у тебя мечи-то, блядь? Где ты, нахуй, все-то, блядь? Хуль, блядь, все, нахуй, растерял ты, блядь? Давай, в рукопашную, блядь, будем с ним драться, да? Ебаный осел, блядь. Блядь, пиздец, блядь. Мудозвон, блядь. Ну, мудозвон, блядь. Я таких, сука, мудозвонов толстых, блядь, не встречал, блядь, по жизни, блядь. Говноед, ебаный, блядь. Иди нахуй, а? Пидорас, блядь, своим дылдой, блядь, здесь ходит, блядь. Пошел в пизду, блядь. Блядь. Сука, прокачаюсь, блядь. Буду вас здесь убивать, блядь. Много-много тысяч раз, блядь. Буду приходить и буду вас здесь убивать постоянно, блядь. И чтобы меня этот толстый, блядь, пидорас, блядь, постоянно здесь воскрешался, блядь. Говнарь ебаный, блядь. Блядь, просто горит, нахуй. Иди сюда, блядь. Иди сюда, нахуй. Мачетом своим, блядь. А то за, хуй зайдешь в этот твой, блядь, туман сраный, блядь. Да, нахуй, сосни хуйца, блядь. Пидорас, блядь. Говно, блядь. Драконий, блядь. Му всадник, блядь. Ну давай, станцуем, ебаный ты в рот, блядь. Чё, блядь? Пидор, блядь, попал, блядь. Да, да, хуй, заспай мне еще, блядь. Очко мне, блядь, лизани, нахуй, один разочек, блядь. Хуль ты, блядь, смотришь, блядь, на меня? Раздевайся, я твоя, блядь. Да, давай с тобой так тогда попляшем, блядь. Ты, блядь, с этой стороны, я с той, блядь. Чё нахуй? Да, блядь. Кожаный щит, по-моему, это кожаный, блядь, гандон у меня, а не щит, блядь. Не, ну держит атаки, ничего не могу сказать. Ничего против него не могу, блядь, вам высказать. Да, блядь, хуило, блядь. Угу. Дашь, блядь, подлечиться-то, блядь, а? Хер, блядь. Нахуй он мне даст сейчас подлечиться, блядь. Сейчас он, блядь, даст мне, блядь, поебло, блядь, я чувствую. Ну да, вот про что я и говорил, блядь. Не дает, видите? Нахуй в этой игре, блядь, ну нахуй в этой игре нужен Эсус, блядь, если ты Эсусом, блядь, не можешь пользоваться вообще, блядь. Хуль толк, я не могу, блядь, ребят, его заюзать, я не могу его заюзать, блядь, потому что, блядь, невозможно, блядь. Потому что, блядь, он своей этой хуйнёй, блядь, машет, блядь, на всю, блядь, питерскую, нахуй. Пидорас, блядь. Блядь, вот реально, вот почему, блядь, вот это специально, нахуй, сделали, что ли, в этой игре, блядь. Что ты, блядь, вот, реально, что сделал так, что, блядь, ты не можешь лечиться, блядь. Ты вот только начинаешь, ты Эстус, я вот смотрю просто, я вижу, у меня Эстус, да ебери матери, у меня 4 флакона, блядь. Сука, здесь можно, блядь, обожаться всей Москвой, блядь, на этих Эстусах, блядь, свадьбу можно сыграть на этих Эстусах. А толку от этих Эстусов, если ты не можешь им полечиться, блядь? Реально ты не можешь, блядь, полечиться, потому что не можешь отпрыгнуть, потому что он, блядь, он все равно тебя, блядь, своей елдой, блядь, он где угодно тебя найдет, нахуй. Пиздец, блядь, иди сюда-то, блядь. Я, конечно, чуть-чуть еще спешу. Пидорас, блядь, сука, ты-то меня нахуй не беси, а? Ты-то меня, мудень, не беси, блядь.
Ты бы ведь вонзил бы шпагу нахуй. Опа! Лечилка! 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 Да, заебись, лечилка работает, да? Давай еще, нахуй, полечись, давай! Давай еще полечись, давай! Опа! Полечился? Ой! Спасибо тебе! Спасибо тебе, дружбан! Дал мне полечиться чуть-чуть. Блять, пизду, нахуй. Он этой ковырялкой, блять, махает, хуй знает как, блять. Сука, босс, блять, он самый, блять, простой в игре, блять. Я, нахуй, застрял на какой-то хуйне, блять. Блять, я хуею, нахуй. Я застрял на какой-то хуйне. Он самый простой, блять. Два удара, нахуй, отошел. Два удара отошел, блять. Но, блять, из-за того, что он, блять, не дает мне полечиться даже, блять, этим сраным эстусом, блять, это меня добивает, нахуй. Вот реально добивает. Я сейчас его, блять, я не знаю, с каким количеством жизни я его буду просто, блять, ласкать его, нахуй, пятки, блять. Вот, я даже не буду эту всю хуйню вырезать, блядь, чтобы вы это видели. Но это пиздец, это, блядь, это позор, нахуй. Это позор, блядь. Самый легкий босс в игре, блядь. Я не знаю, блядь, он реально самый легкий, блядь. В нем нет ничего, блядь, сложного. Вообще ничего сложного нету, блядь. Просто он пидорас, блядь. Он свои вот этого, блядь, я не знаю. Как, че он там, алибарды, блядь. Он достает по всему периметру и просто не дает лечиться, блядь. А так он, блядь, вообще ни о чем. Страус горбатый, блядь. Блять, ну мудак, блять, ну мудак, ну мудак, блять. Я сейчас вообще нахуй сниму все свои доспехи, блять. Его, блять, с голым хуем здесь убью, блять, этого говна, блять. Блять, мудозвон, блять. Да, махнул, блять, отсосал, блять. Соси еще дальше, блять. Дохлые обезьянки, блять. Кто тебе разрешал третий удар делать, а? Мудила, блядь. Все равно третий удар делает, блядь. Я не разрешаю ему третий удар делать, а он все равно его делает, блядь. Да, нахуй, хорошо, давай. Ну куда, давай, нахуй, быстрее, блять, от... Да ебаный в рот, все, блять. Вот начинает, когда, блять, он такой делает, все, нахуй. Хуй выйдешь из этого клинча, нахуй. Не, вышел, 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 вышел. Спокойно держимся, держимся, держимся. Давай, хуй. Ну куда третий удар ты делаешь, ебла, блять. Ебла свет, блять. Два удара, два удара, два удара. Раз, блядь. Ты смотри, что творит, а? Ты смотри, что творит это говно, блядь. Ты встанешь когда-нибудь, а? Пошел пизду, блядь, соси хуй. Вот видите, блядь, не торопился, спокойно, блядь. Спокойно, говорю, ребят, самый легкий босс. Прикоснуться к своему пятну крови, блядь. Иди нахуй, блядь, своему пятну крови, блядь. Отсоси, блядь, мои, блядь, эти, блядь, носки, блядь. Фу, блядь. Самый легкий, ребята, босс. Самый, что ни на есть легкий. Ничего сложного абсолютно нету. Абсолютно вообще ничего сложного нету. Вот, смотри, блядь, здесь какая-то молится, блядь, мадам, блядь. Здорово, Дульсинея, блядь. Я твой Дон Хихот, блядь. My name is Lysia. Лисия, блядь. Пиздишь ты, блядь, Лисия, блядь. Да. Чудес свои, хуес, блядь. Я не чудотворец, блядь. Да, хуй тебе. Чё у тебя есть? Давай хоть посмотрим, что ты там это несёшь в своем клювке-то, блин. Купить предмет. Чё это такое? Колокольчик клирика. В жопу себе засунь свой колокольчик, проверни его там.
Это что такое? Увеличит веру, блядь. Ага, в жопу себе засунь так же ее. Ну, понятно, говно, в общем-то. Да, иди нахуй, а. Вон, видите, я же сказал, блядь, вон, блядь, белые рыцари начали ходить, блядь. Его, блядь, эту, блядь, батю-то его, блядь, пизданули, нахуй, батю-то ихнего. Все, они сейчас теперь будут, блядь, здесь охуевать, блядь. Ну, а мы-то, блядь, мы сразу в Марджанчу, блядь, Марджанчу, 12 тысяч душ, вы чё, блядь. Мне сейчас уровень нужно качать, блядь. Сейчас, нахуй, прокачаю, всем будет пиздец, блядь. Фальшон, обычный изогнутый меч. Знаю, что, блядь, он обычный изогнутый меч. Проклятый, ищи души, да. Да давай, хорош уже, а ты мне уже, блядь, 50 раз одно и то же говоришь, блядь, уже заебало, блядь. Так, короче, еще мы качаем, блядь, жизнь прокачаем, так, стойкость прокачаем, силу прокачаем. Сила у нас что-то зациклилась, так, и давайте стойкость еще. Ну, по такому принципу я прокачаюсь. 659 у меня останется нормально, что. 35-й левел, и мы все свои душеньки, блядь, ухрюндили. Хрюндели, так, улучши флагу с Эстусом, блять, хуй. Может, я хотел ее обмануть, друзья. Вот, но как бы хрену ее обманешь, блядь. Шалау, чудотворку. Что ж, все, как бы, блядь, что-то меня, блядь, бомбит, нахуй, блядь, ладно, босса мы убили, давайте на сегодня все, блядь, пойду что-нибудь хряпну, блядь. А тут что-то, блядь, этот, блядь, толстый и жирный пидорас меня просто вывел из себя. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Неозар. Не забываем подписываться на канал, комментировать видео, засылать мне валерьяночки сюда, пачками, я не знаю, килограммами и тому подобное. Все, всем спасибо, всем пока-пока.